делаются специально для Игоря Шипкова. Мы поздравляем гармониста первой десятки России, самого молодого, с наступлением Нового года 2004-го. И показ этой пленки начнем с площадки, на которой он родился как гармонист и как исполнитель. Итак, смотрим. Смотрим. Которые регулярно здесь бывают каждую субботу и воскресенье. Сегодня в День Победы особенно здесь весело, вы это заметили. Прекрасно, прекрасно. Ветераны отдыхают. Старушки пляшут. Старушки, старички. Пляшут. Скоро я перейду в это поколение ветеранов. Вон, посмотри там, посмотри тут. Выходи! А мой руководитель батя Николай Анатольевич Семенов, да. И заслуженный артист Василий Кралпатов. Он говорит, что я воспитанник его. Ничего подобного. Воспитанник клуба. Да-да, мы знаем, что это воспитанник. Воспитанник парка Челюскинского. Должен свое слово сказать, да. Тебя папа. А я уже до Удельного умела играть. Я учился в городе Евпатории на Украине. Сидят, как пьяные, дурацкие, а у нас на картошке,
Где мой ножик? Ha ha ha!
дату помните, вот сколько лет вы сюда вот собираетесь? Вот примерно, не помните? 15 лет. 15 лет. И вообще, вот как вам нравится вот эта атмосфера? Атмосфера. Вот очень как, да. А вот в Москве, не знаете, как называется такое же заведение? Такой же парк. Не помню. Не помните? Ну, представьтесь нам, пожалуйста. Фамилия ваша как? Имя отчество. Ну, скажите, как? Ну, Михаил звать. Еще. А по отчеству? Михаил Иванович. Итак, Михаил Иванович, аплодисменты! Ура! Ансамбль «Руссы», ансамбль «Рила», ансамбль «С песней по жизни», гармонисты, входящие в золотую десятку, Геннадий Царшов, Виктор Пермяков, Арсений Кондрусев, Николай Зубков. Просим вас, веселее! Гармонист, гармонист, она своя играет.
огромное всем за участие. Мы вас всех приглашаем в фойе. Там может пляска, гуляние. Просим всех в фойе. С днем рождения нас поздравить, да? Дорогие друзья, с днем рождения, наша ленинградская гармонь! Браво Игорю! С Новым годом вас всех! С новым счастьем, здоровья, удачи, сил, терпения! Приходите! Галинка, иди уже. Пожалуйста. Надо почаще устраивать на них концерты, да? Точно. А вы будете приходить, если будем каждый месяц? Вот давайте, сегодня у нас какое воскресенье? Третье, да? Вот традиция будет. Третье воскресенье каждого месяца. В театре «Рода Басблокада» третья суббота, а у нас среднее воскресенье будет здесь, да? Да. Ну все. Точно? Хорошо. Дорогие друзья, большой поклон. Ну что же здесь такого? Всем ансамблям и жутко. Я хочу, чтобы собрали все гармонию. Русский, веселый, задорный, со всеми положенными обрядами. Сотни людей были вовлечены сегодня в народ. Корреспондент Руслан Сахно. 9-й сезон театра «Родом из блокады» дает благотворительные концерты для блокадников. И каждое выступление театра – аншлаг. Как и сегодняшний спектакль, импровизация «Блокада прорвана». Секрет такого успеха прост. Это искренность. Искренность, с которой рассказывать блокадник. Хотите меня почитать? Ваши говорят, как? У нас там все профессионалы, народные, заслуженные. Я говорю, ребят, давайте разок уважим. Вышла эта женщина, прочла свои корявых 8 строк. И через 2 недели ее не стало. Впрочем, злые языки завистников и театральных интриганов пророчили недолгую жизнь театру родом из блокады, длиною ровно в жизнь артистов-блокадников. У нас 287 артистов в театре. Их возрастной ценз от 70 до 94 лет. Вы сами понимаете, что это наш золотой фонд ленинградской культуры. Но возрастный кризис театр преодолел, и преодолел легко. Молодежь сама потянулась в труппу, и не со заработком театр не собирает кассу, а заради ценностей другого порядка, ценностей, хранителем которых и взялся бы театр родом из блокады. Когда выходишь на сцену, и вот это есть большая разница там где-то выступать, или в ночном клубе, или в казино, или какой-то другой у нас площадке, или для блокадников, когда ты заряжаешь этой вот энергией, потом они тебя этой же энергией заряжают, это очень приятно. А у меня на этом все. Смотрите программу «Петербург». Чтобы душа развернулась. Конечно же, взять в руки баян и виртуозно поразить всех окружающих звуками музыки и словами песен. Я деревня, я село, наше поле заросло. Мы уже привыкли к тому, что молодые люди из всех музыкальных инструментов предпочитают гитару, под которую поют либо песни собственного сочинения, либо что-нибудь из хитов отечественного или зарубежного рока. Однако бывают среди них и исключения. Поэтому я и ценю, что вот почему вот он играет не на гитаре, там не рок-музыку, а вот к народным инструментам больше тянется. Потому что мне нравится, я в этом воспитался. Я думаю, что молодежь, не вся, конечно, но вот некоторым это тоже нравится. А им интересно, что же, кроме их музыки, какая есть еще музыка. Когда-то давно пришел мальчик Игорь в отдельный парк. Там-то он и услышал, как играют настоящие гармонисты. И с тех пор на всю жизнь заболел народными инструментами. Он играет на балалайке, баяне, аккордеоне, но все же сердце его отдано гармонии. Это этот инструмент, и вот классика, вот не то, что она звучит одно дело из, по магнитофону там, или по телевизору, или по радио, а другое дело, что вот здесь, вот, живой, вот прямо из инструмента это все исходит. Какое-то тепло от этого получаю. Игорь входит в золотую десятку гармонистов России, хотя ему всего 17 лет. А еще он учится в колледже культуры и искусства и мечтает стать настоящим артистом, музыкантом и, может быть, даже композитором.
досада, а я злость, все стремилось, расползло. Мне просто понравилось, я случайно, я не ожидал. Вот, видимо, я такой был человек, что вот это для меня это было создано, и вот мне вот идти по этому пути. А для молодых, что хочется пожелать, чтобы они помнили народные песни, не забывали их. Вот. Но если захотят, все получится. Возраст, потому что мы все молодые здесь. Так здорово, что на малюсеньком пятачке, как в былые годы, и танцуют под музыку местного диджея Володи, который приносит свою аппаратуру с аккумуляторами, и частушки поют, и просто любимые песни. Молодежь, как правило, усмехаясь и удивляясь, проходит мимо. Не для них это развлечение. А вот Игорь вырос здесь, играя на баяне. Сейчас он и с ансамблями выступает, и в театре родом из блокады. Для старшего поколения он свой. Более того, недавно его выбрали руководителем этого клуба. Мне нравится дарить тепло ветеранам, блокадникам, пожилым людям. Это очень приятно, когда ты их заряжаешь, а потом они этой же энергией тебя заряжают. Правильно. Это очень весело. Столько шуму. Хорошего шума. У меня мечта есть такая вот вести телепередачу «Играй и пой гармонь», где вот прорваться на телевидении, чтобы вести и дарить людям тепло и радость. И 22 декабря в ДК «Гавань» уже открывается клуб с таким названием. Только вот неужели все баянисты уйдут туда, а за ними и частушечницы с танцорами? Ведь всяко под крышей лучше. И неужели из-за глупости чиновников и их нежелания хоть что-то сделать? 4-3-4-28, пожалуйста, звоните нам, задавайте свои вопросы. Игорь Шипков, гармонист, артист театра родом из блокады, у нас сегодня в гостях. Дело в том, что 22 декабря, буквально послезавтра, или послепослезавтра, в воскресенье, в Дворце культуры «Гавань», то, что на Васильевском острове, будет открыт клуб «Играй и пой гармонь». Или, как сказал мне Игорь, это будет называться клуб любителей русской песни. Правильно, Игорь? Да. Правильно? Добрый клуб день. Любителей русской народной музыки, русской песни. Все, кто любит гармонь, любит петь частушки, плясать. Пускай он объединяет и баян, и гармонь, и балалайку, и все народное творчество. Потому что его сейчас в городе мало. Знаете, и хочется как-то поддержать его. Давайте с песни начнем, а потом побеседуем. Мое тепло, мое тепло, вот и не холодно. Пусть льется свет от детских лет, пусть будет молода. Давайте сначала от поля и речки, с родного причала, от печки. Говорит, ну, какой-то гармонист вообще не будет. А кто как? Кто любит гармонь? Наверное, да, вот у нас гармонист есть. Слава ему и почет. Игорь, а где вы учитесь сейчас? Ленинградский областной колледж культуры и искусств. Это бывший культпросвет училище областной. Угу. Там есть фольклорный ансамбль «Самовар». Они, кстати, тоже будут 22 декабря. Можно пригласить, да? Да? Да, конечно. Я хочу всех пригласить, все. Уважаемые радиослушатели, телезрители. Неважно. 22 декабря в 2 часа по адресу Большой проспект, дом 65, это ДК «Гавань». Но вы, наверное, все помните клуб «Орджоникидзе» на Большом проспекте, дом 65. Вход свободный. 22 декабря в 2 часа на открытие Санкт-Петербургского клуба русской гармонии.
судьба делами мерит наши сроки. А в облаках пронзительный покой, как в песнях, что оставил залоги. И жить будем, вспоминать будем, да белым голубем летел по небу, да белым голубем. Чинов городского общества жителей блокадного Ленинграда, мы потеряли только за это лето 1003 наших зрителя. Вы можете представить эту цифру блокадников, которые ходили? И сегодня 80 лет блокадному графу, графу Дмитрию Толстому, композитору, сыну Алексея Толстого, естественно. Так вы представляете, когда у нас был Пушкин и блокада, и выходил блокадный граф на сцену, я говорил, что когда он был мальчишкой, он уже тогда думал, что он напишет музыку на стихи Пушкина. Очень радостно зрителям, когда на сцену выходят юные таланты, внуки и правнуки блокадников. Маша Шестакович, Наташа Волченко, Игорь Шипков. Новые дороженьки да на второй земле, у дороги жизни храм воздвигнут Божий, памятник погибшим во святой воде. Всегда собирает аншлаги и дает фору своим же студентам, читающим военные стихи Зинаиды Ивановны Савкова. Целый ряд на... Вот что самое главное. Вы знаете, какие от них идут флюиды? Сколько тепла. Им это надо. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Я учился в народе, в отдельном парке, но там бабушки, дедушки собираются и пляшут, поют, как в деревне. А ты, гармошка, матушка, не хочешь хлебца, мякушка, не хочешь кислого кваску разогнать твои сосуды? Разрешите полисать, разрешите тронуть. Неужели в вашем доме половицу лоб? Молодежь, как правило, усмехаясь и удивляясь, проходит мимо. Не для них это развлечение. А вот Игорь вырос здесь, играя на баяне. Сейчас он и с ансамблями выступает, и в театре родом из блокады. Для старшего поколения он свой. Более того, недавно его выбрали руководителем этого клуба. Мне нравится дарить тепло ветеранам, блокадникам, пожилым людям. Это очень приятно, когда ты их заряжаешь, а потом они этой же энергией тебя заряжают. Правильно. Это очень весело. Столько шуму, хорошего шума. У меня мечта есть такая вот вести телепередачу «Играй и пой гармонь», где вот про вас на телевидении, чтобы вести и дарить людям тепло и радость. И 22 декабря в Декагаване уже открывается клуб с таким названием. Только вот... ...тизу народных талантов. Спонсор нашего самого справедливого конкурса на Первом музыкальном – первый обувной супермаркет Cash & Carry «Обувь Шок» на Седова 11. Тоже побороться за приз от наших. Всем привет, меня зовут Игорь Шипков, мне 18, я студент Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. Лет 10 я попал в удельный парк, очень случайно, а там собираются бабушки, дедушки, гармонисты, и мне настолько это понравилось, и так я вот пошел вот в фольклор, в народную песню. Вот. Ну а в современную почему-то меня с детства не тянуло.
была. Вышел на улицу я, и под окном расцвела бы красная черешня моя. В школе поначалу они понимали, я был такой. Но не любили, учителя любили гармонь. И на застолье приглашали, на свадьбы, вот, пели, писали. А сверстники как-то вот... В современном стиле много кто работает, много таких исполнителей. А вот в народном, это русская наша традиция, которую нельзя забывать. Именно вот в ней я работаю. Стоит черешня под окном, цветы покрыты перламутром, розни светятся серебром. Вот такое необычное видение современной эстрадной песни. Назовем это направление фольклорное диско, зато оригинально. А мы продолжаем наш конкурс. Я напоминаю, что наш спонсор первая бубна...